просит освободить ему половину площадки. 5 секунд на атаку. Теодосич промахивается. Хайнц берет подбор и фол определяют арбитры у Хойтмана за 1 минуту и 1,1 секунды. До конца основного времени этого матча. Бросок Теодосича с сопротивлением. Ларкин максимально затруднил жизнь своему оппоненту. Но был тот фол у Лапровиталы. Что так негодуют? Вот. Тут и чувствуя эту руку соперника на своем предплечье, Хайнц, по-моему, даже и не собирался забивать этот мяч. Он просто поднимал руки и показывал бросок. Показывал, что это достойно двух штрафных. Тут в любом